Кургазинском районе хозяйство «Искра» построит откормочную площадку на 1000 голов скота. Об этом стало известно на инвестиционном часе в Доме Республики. Но вот, по словам руководителя хозяйства, строительство фидлота позволит увеличить объемы ежегодного производства мяса с 400 до 700 тонн. Аграрии уже приступили к работе, но вот смонтировали фермы, оградили кормовую зону, уложили дорожные плиты, закупили часть оборудования и техники. Объем инвестиций в проект до 2024 года составит 147 миллионов рублей. В качестве мер господдержки инвестору субсидируют часть затрат на строительство фидлота, а также включит проект в число приоритетных. Площадка позволит нарастить поголовье, а также переориентировать структуру растениеводства, снизив его зависимость от засушливого климата южной зоны Башкортостана, считает вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. А вот глава Башкортостана предложил инвестору рассмотреть планы дальнейшего развития хозяйства и представить их на обсуждение. Нету желания, вот вы же человек опытный все-таки, а мы поддержим. Вот Баймаки мы вроде там нашли одного инвестора по Баймаку, по Кургазинскому району, чтобы вы вот забойный цех, вы говорите, убойный цех делаете, ну и чтобы там какие-то, может быть, ну, полуфабрикаты делать. Вот не думали об этом. Мы поможем здесь. Вот под это я просто, Ильшат Ильдович, наверное, под это какую-то отдельную программу нужно будет рисовать. Также на инвестиционном часе стало известно о намерениях компании «Март» построить логистический оптово-распределительный центр по переработке и хранению плодоовощной продукции в Стерлитамаке. Инициативу поддержали на уровне правительства республики.